Проверяющих будет видно издалека. В Белгородской области сотрудников всех контрольно-надзорных органов оденут в форму. Такое предложение было озвучено на оперативном совещании регионального правительства. Первыми ее примерят специалисты управления государственного жилищного надзора. Это должно случиться уже в нынешнем году. На разработку и пошив формы потребуется 260 тысяч рублей. Финансирование планируют осуществить за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты административных штрафов, наложенных ведомством. Инициатива была поддержана губернатором и рекомендована к распространению. Структура, которая, значит, занимается теми или иными видами надзора, проверок, участия в них, чтобы они все были в форме.